Приветствую, дорогие подписчики и гости канала Good Boy мобильной компьютерной игры. Продолжаем проходить приключения с Куби, маски сорваны. В этот раз устремимся на аттракцион. Эй, Скуб, смотри, еще аттракцион. Думаешь, у нас будут проблемы, если мы сядем? Не думаю, пошли. Это, видимо, снежный человек. Тоже с нами покататься решил, что ли? Не очень понятно, как аттракционы помогают им в расследовании дела. Ну да ладно. Ну что, надо с кем-то поговорить, видимо. Просто замечательно, Скуби. Теперь ловушку будет легко построить. Да, Скуби-Дуби-Ду. А, строим ловушки теперь, понятно. Такого у меня еще не было.
В этот раз у нас меньше жизней. Спасибо за помощь с ловушкой, Скуби. Теперь иди туда и разберись со злодеем. Всю работу за вас делать. А мне нужно идти? Только ты сможешь, Скуб. Кроме того, ну да, опять искушает его закуской. Хоть бы что новое придумал. Ребята, вон он. Он идет в зал ледникового периода. Скуби, держи его. Пещера? Ну нет. Не бойся, Скуби, я дам тебе коробку закусок Скуби, если ты его схватишь. О, ладно. Да блин, какой он фрагучий. Кажется, мне без наряда лучше получается. Лучше его получается бить без наряда. Вот так. Готов. Так, пещерный человек, эволюция пришла. Давайте загадаем. Я загадываю, что это будет охранник. Это? Да, я угадал. Охранник. Вы ничего не докажете. А вот и докажем, если хорошо рассмотреть. Кое-что принес Кубе, то жидкость на ней вовсе не смола, да, мистер Грин? Что? Нет, Фред. Это не смола в ямах, это запас горючего. Я бы с этим далеко пошел, если бы не вы, проныры. Он же стоит состояние. Да, может, договоримся? Мы с ворами не договариваемся, мистер Грим. Кроме того, а чего вы сначала не спросили у вашего партнера, того, что дает вам Мабер? А, понял, жуткий страх и магия. 2x2, Фред. Скуби нашел контракт, который указывает на Стантона. Так значит, он нас отправил гусей ловить. Гусей? По вкусу больше курица, да, Скуби?
Да, курочка ням. Это значит, что нам нужно вернуться в жуткий страх и магию, поговориться с Тантоном. Вот мы и вернулись так быстро, без какой-то сцены. И где этот Стантон? Я не вижу его. Ну что, нашли что там? Да вообще ничего, Фред. Эй, посмотрите, что я нашел. Или точнее, кого? Джет? Кузен Фред. Он был замотан в костюм монстра, то есть чудовища из Мабера. Это все Стантон. Он замотал меня в костюм, чтобы я его не сдал. Я был там, когда мы пришли в первый раз. Тебе не сойдет с рук ложь, Джет. Не сойдет и все. Этот голос Стантона идет оттуда. Пошли, все, и ты тоже, Скуби. Куда пошли? Вот куда. Финальный бой, ух ты. Теперь все закончится, да? Пока не очень получается. На тебе, хе-хе. Я его ударил. Вот так тебе. А, вот крысы еще. Вот так тебе. Одну лапу отбили. Что теперь? Надо бить по лицу. Я, честно говоря, не очень понимаю. А, у нас есть куча, знаете, костюмов. Да, немножко жизни отбавляется. Не слишком быстро дело идет, но идет. Интересно, что если на него прыгнуть? Что-то не очень, да? Будем стрелять тогда просто. Это более эффективно. Чем по нему прыгать? Ой.
Ну, в общем, как и полагается, это сложный босс последний. На тебе. Никак не увернулся. Готов, хе-хе. Куда вы, мистер Стантон? Дела плохи, мистер Стантон. Да ну. Ой, их теперь двое. Нет, Шаги, один подделка. Фред, если ты не против? Конечно. Это Марси. Да, Фред, похоже, она пыталась подставить Стантона, а не Джек. Марси, зачем? Потому что Мабер мое создание, как и твое. А ты его присвоил себе. Я думала, если я подпорчу тебе репутацию, то смогу начать свой бизнес. Я даже не думал, что тебе так плохо. Почему было раньше не сказать? Мы могли бы быть партнерами, если ты мне простишь. Я думаю, так можно, да. Спасибо, мистер Стантон. Прошу, зови меня Визлоу, партнер. Еще тайна раскрыта. И лучше сказать, еще одна тайна раскрыта. Идешь, Шаги? Сейчас приду, я сделаю нам сэндвичи из Мабера. Вот как. Ребята, смотрите, куда идете. Там же... ультрафиолетовая лампа. Бутерброд пропал, испарился. Да, вот это легкая закуска, я понимаю. Вот такая вот игрушка. Надеюсь, вам было интересно. Перевод, конечно, не всегда корректный. Но так, потерпеть можно. Спасибо за внимание. До новых встреч. Покедова.